Под ярким палящим летним солнцем наша кожа, к сожалению, стареет. А так хочется и на солнышке позагорать, и выглядеть как персик. Последние годы я живу в очень солнечной Болгарии и накопила удачный опыт защиты кожи от фитостарения с помощью натуральных средств. Вот вам один рецептик из моей копилочки. Персиковая маска для лица, шеи и декольте. Итак, сегодня у нас главный герой – персик. Половинки нам будет вполне достаточно. К нему я добавлю касторовое масло. В принципе, вы можете добавить любое масло, которое вам нравится, вам больше подходит. Оливковое, персиковое, ну и любые другие масла. И еще нам понадобится крем. Обычный дневной крем, который вы употребляете в данный момент. Ну, естественно, раз лето, значит, это увлажняющий крем. Итак, мы начинаем с того, что делаем пюре. Ну вот, поскольку у меня персик не очень мягкий, то я просто его тру на терочке. Мелкая терка. К персиковому пюре мы добавляем чайную ложечку масла. Лучше все-таки использовать те масла, которые нас хорошо защищают от солнца. И вот в данном случае касторовое масло просто великолепно. Потому что вредное воздействие солнца на кожу прежде всего заключается в том, что наша кожа начинает терять влагу. Поэтому, конечно, маска эта направлена в первую очередь на то, чтобы увлажнить кожу. Так, добавляем немного дневного крема. Так, я думаю, что я еще положу. Все это мы с вами размешиваем. Далее нанесем на кожу. И подержим минут 20-25. Лучше, конечно, все это делать в состоянии, когда мы лежим. Причем не просто на подушке, а под голову надо будет класть валик. Для того, чтобы у нас нигде не образовывались морщинки и заломы. Вот. Затем смываем теплой водичкой. И наносим крем, конечно. Ну вот, теперь наша масочка уже готова. Смотрите, какого красивого цвета она получилась. К тому же и пахнет очень приятно. Тут и персик, и крем у меня розовый, с розовым маслом. Поэтому, значит, запах просто невероятный. Но перед тем, как нанести эту маску, я хочу вас познакомить с еще одним героем. Я думаю, что вы его узнали. Это имбирь, который на протяжении уже многих веков позволяет нам, женщинам, бороться с вредным воздействием солнца. Под воздействием солнечных лучей уменьшается выработка эластанов в коже, да? Отсюда появляются морщинки. И вот имбирь очень здорово помогает в этом вопросе. Но про это будет уже в следующем видео. Оставайтесь на моем канале и, пожалуйста, пишите в комментариях, насколько полезны те мои советы из копилочки, которые я вам даю.